demonstreerib siis ennast ema sees ja kuni siis paaritumiseni välja. Это железная дорога Валка-Печоре, там ездили тогда поезды 100 лет назад. И с поездом возили этот песок куда? У нас в Эстонии были фабрики, 44 года работали под землей. И осталось сюда, здесь у нас 6 пещер. Самые первые эти пещеры были такие маленькие, такими столбами, 0,1 гектаров. А что время дальше? Эти столбы выше. И самая большая пещера под землей 4 гектара. Ну вот. А в 1964 году кончили работу под землей. Ну потому что была уже техника, бульдозер, экскаватор. И начали добывать эту песку там открытым карьерой с машинами. Чарм, липа, хап. Нельзя гуляться, вы раньше люди гуляли там, а теперь мы нельзя. Но не. Но обои. Обои. Откуда? Ну вот здесь видно все эти пески. А там видно, какие краски у нас под землей. Почему мы нельзя гулять там? Ну вот. Трещины. Трещины. Так и так эти трещины. Делаем маленькую экскурсию. Теперь. Nüüd ma küsin eesti keeles, kes on varem käinud enne 2006. aastat nendes käikudes siin? Nii, üks, kaks. Jaa, kolm. Väga hea. Aga patsi muu nas seda karta taga ja visi ole, jah? Patamusta me haitime usnäed, et kuuda vietam peavriode u nas põli etsi turiste. Мы все равно знаем, что нам стоят и год уже, да, или месяц. Года есть. Он молодой, он остался песком, он не стал песчаником. Это потому, что он молодой вообще. Ну это песок. Это будущий песчаник. Я тоже не хотела. После войны построили на реке Бюза свою электростанцию. После войны и вот этот пень. Вот он чем-то покрыт. Да, вот купили, типа как пенкой. Раньше они были обыкновенные гладкие пещеры. А у нас 6 пещер. И говорится, что под землей 20 километров входа. Что делано все. Просто 4% варца в этом песке, поэтому из этого песка делали, ну, стекло, бутылки. Просто дорогу, чтобы вывести надо было.
Это выглядит как это, перед... Пиусакоттал käyn mitme pilve. Om mäeseen pärlitena valge liiv. Teid saatma jäägu puhta männi. Ega hetk on viiv ja viiv. Aitumma teile tulemast, aitumma teile olemast, aitumma kullemast. Сочинил мальчик, который был парализован, пришел сюда и получил вдохновение от виденного. Ага. И вот это стихотворение. Ну а чего вдохновление и откуда идет? Ну, да, да. С информационных полей. Да. Угу. Так, а песок, он же, да, это... Сели, Тана, забава, парень, момент. А у меня в подвале они живут 9-й год. Чем они там питаются? Они такие жирные, нормально выглядят. А и, еще у меня впечатление, что они там и размножаются. Иногда там 2 штуки, в следующем году 5 тосов. И в подвале. И что еще говорят? Что они выбирают места такие, как самые чистые, самые чистые. Значит, никакого плодородного слоя почвы практически. Совсем недавно это были дюны. Вот такой белый песок, вот он тут как раз и есть, чистый кварцевый. Нет, нет глины. Вот он, смотри, почти самый верх. И белый. Вот жила красного в нем, видишь? Когда-то я писал там про это. Курск утонет. Я искал в интернете, мучился. Мне нужна была фотка вот такая. Я не мог найти. Ну вот, получил. Лесные братья и сестры. Вот сестра. Они не знают, что закончилась война. Это третье поколение. Здесь написано «иди». Мы знаем. Посмотри. «Иди». Заходите. Надо сюда поставить. Заходи. Не опасно. Эй, ну я. Нормальный комплекс. Ну, там очень это высоко. Все пригодятся, можно все усадить. Да. О, наконец-то я включил свет. Басом не говорите. Басом только не говорите. Мне уже страшно. А вы как помнит, нет? Ага. Ты маленькая.
Кто-то спит. Спит. Или еще спит. Ух ты! Так, вроде просыпается. Она глядит. Она думает, что солнце. Все, не ходи дальше. Ну, вот такое же. Там уже опасно. Возьми у метро на себе. Такой красивый. Видишь, точно такой же, как с этой стороны обойдите. Он даже боится чуть-чуть. Посмотрим. Миску, сэ-сэ. Да, Питер, да. Все, она в шоке просто. Да, в шоке. Все да. Свечи. Ой. Ну, что, тебе и рожица видно? Так, Кришнай. Пошли. Парни, заблудитесь. Готов жить там. Да. Наверное, я. Давай.